Так, хоккейной лиги в... Ох, а тут, ну, на контратаке. Вот она контратака, да. Только мы сказали об этом, так и происходит уже на первой минуте. Локомотив делает счет 3-0. И... Своим партнером на этот раз все сделал сам Владимир Ткачев. Ну, опять же, в завершении, да, отличный бросок. И тоже очень и очень нужная заброшенная шайба для Локомотива, которая, по крайней мере, должна очень серьезно...